нынче не поэты, подпевалы, строители, вахтеры, пастухи. Век нынешний не поспеваешь в малом, а уж тем паче составлять стихи. Вот и родятся недосочинения, обрывки мыслей, недоборы чувств, что гаснут в забытии через мгновение, что не коснутся ни сердец, ни уст. Потуги творчества временщиков нелепы, как лепят детские первые шаги, что не заставят сами человека без личного усердия расти. Слова пусты, из суеты возникнув, мелькание жизни канут в суету, и лишь те зерна в душу к нам проникнут, что из души, из глубины растут. Кстати, Юлия Калимовна, в продолжение всего этого спора. Изменение политики. Опять же, очень даже о политике. Опять же мужское отношение. А почему мужское-то? Есть женщины, которые... Есть, нет, ой, есть. Теперь молчи про дискриминацию, пожалуйста. А что, можно начинать? И вот, кстати говоря, о времени. Вот у меня такое есть. Прости меня, поэзия моя, что время перемен тебе досталось, что в суматохе будничного дня твое величие поистрепалось. Поэтов нынче трое из двоих. Слова терзать все жаждут непременно о мелочах, о глупостях мирских, что ныне у толпы имеют цену. Утерян слог. Высокие слова унизвенного сброда не в фаворе, но верю, поэзия жива, покуда солнце светит над землей. А вот какой-то возрастной ценз поэтов более зрелых, поэтов более юных. Мы дети другого времени, мы люди эпохи иной. Спешит, спотыкаясь, вселенная людей, волоча за собой. Сменяются декорации и новые игроки, вкушая свои овации, показывают клыки. Но есть еще старая гвардия, закалка былая, жива. Летит она в авангарде, забыв про покой и страх. Пускай не щадит нас время, пускай седина в висках, мы дать еще фору сумеем армадам бездарных писак. Измельчало племя человечье, измельчали мысли и дела, и атлантов современных плеч держит этот мир едва-едва. Уравнялась сила, раздробилась, не рожает свет богатырей, нет прелестниц дьявольски красивых, что с ума сводили королей. Позабыты подвиги былые, да и новых мир не совершит. Лишь поэт умелец слов, и ныне мир, как муравейник, ворошит. Вы снова думаете, что измельчало мир? Мне кажется, мы становимся лучше. Я тоже против. Мне кажется, ничего не меняется. Действительно, мы все впихили. На самом деле... Меняются обстоятельства внешние. На самом деле, вот что касательно поэта, он, во-первых, какую-то сиюминутное ощущение может передать как что-то вот глобальное. То есть, если здесь есть вот у меня такое, это не значит, что, допустим, вот через там полчаса, я считаю точно так же на самом деле. Это какое-то такое максимализированное вот ощущение, да, какого-то определенного момента жизни. Если ты попадаешь вот в какой-то такт, в унисон, вот у тебя настроение такое же в этот момент, тогда тебя цепляет, тогда это твое, и ты как-то вот в это вникаешь, сопереживаешь. Если нет, начинаешь спорить. Ну, никто же вот не мешает нам. Не, ну оно просто мелкое всегда есть в жизни. Ты любишь людей? И поэтому иногда кажется, что... Если с горчичкой, короче. Оно есть. Понимаете, я окружаю... Цитата знаменитая. Мелко, хобота. Я просто
окружила себя хорошими людьми, поэтому я их люблю. Когда я попадаю в мир, когда ругаются транспорт, я не понимаю, как получилось, что я же люблю людей, чего они такие. Ну вот транспорт измельчал. Чего они такие? А ты попробуй, чувак. Таня, а ты попробуй любить всех, а не избирательно. Я стараюсь, но не всегда получается. Я же тебе говорю, я тебе сами от себя могу разные рецепты по этому поводу скинуть. Непослушную дочку. Их можно готовить, да, да. Разные племена. И вот, кстати, насчет несогласия. Не согласен со всеми сразу. Не корите меня за это. Вирус творчества так заразен. Превращает людей в поэтов. Заставляет иначе думать. Заставляет мечтать и верить. И нелепой судьбы рисунок яркой краской переделать. Если в серой кишащей массе, где не знают пути иного, вам поэта встретить удастся. Знайте, это волшебник слова. Он идет по иным дорогам и блуждает в мечтах и грезах. На земле, среди правил строгих, он смеется над жизнью прозой и мечтает раскрасить будни и исправить наш мир угрюмый. Не корите ж поэта, люди, если кажется он безумным. Алексей, не корите поэта. Я... А почему не корить? Я не помню о каком поэте, но знаменитым он в итоге не стал. Но в свое время он нашел одну рифму, которой гордился чрезвычайно. Кристаллин Сталин. Что говорили про северянина, пока меня не было? Вот нашел он рифму, гордился тогда. Но не остался в веках. Хорошее стихотворение, чуть-чуть, да, кстати? И еще часика полтора стиха. Когда-нибудь случится это, знаю, и разорвут завесу небеса, и будут суд вершить на нас, взирая слова, что каждый в жизни написал. Несказанные, загнанные в угол, затертые, заезженные в пыль, как стрелы, метко пущенные луком, слова, что ты беспечно обронил. А сменная правда взглянет в очи, невинность грязь с одежды отряхнет. Любовь, что ты небрежно опорочил, отплатит за невежество твое и станет приговором, испытанием та жизнь, которой сам ты был творец. Твои слова. Твое же наказание, твои слова, твой лавровый венец. Это тем, кто на филфаке, в частности. А я тут Микки Савара. Таня, а ты можешь на минутку встать? Можно, конечно. Пока там минутка. Мушкетер. Кстати, вот к вопросу пророка, поэта там, да, и вот всего того, что всех этих эпитетов, которые у нас были. Какое коротенькое, но очень интересное. Быть одному судьба пророка, и ношу тяжкую нести, и до назначенного срока идти по узкому пути, и чашу пить его не вправе. Родные, близкие, друзья, пророка путь ведет не к славе, а к отречению от себя. Это не пугайся. Мне кажется, вот диалог наш, оно как-то продолжает. Стихи не просто слог набор, что рифмой грубо окантован. В них слов неузнанных узор и миг прозрения святого. В стихах не строчки, жизнь людей, мольбы, обиды, расставания. В них радость, искренность детей, звезды полуночной мерцания. Нет, не слова, весь мир сокрыт в тех строчках, что бегут несмело. Поэта дар себя дарить всем тем, в ком детство оскудело. Что еще прочитать? Еще одно давайте прочитаю, и вот, а то там совсем уже я вас
Полчаса, да, полтора часа стекло. Делом, да, да, да. Заявленное время еще. Да, есть у меня такое стихотворение «Брадобрей». И оно вот... Петра Первого? Не про Брадобрея. Он был брадоруб, я бы сказал. Да. Вот. А это Брадобрей. То есть это о творческом человеке, который своим вот своими какими-то деяниями, своими там, возможно, это стихи, возможно, это там рассказы, возможно, это актерское какое-то мастерство. Вот он своими действиями с людей, как это образно, да, сбривает вот это вот наросшее, наносное и пробуждает в них что-то настоящее, искреннее, вот то, кем они являются под этой личиной на самом деле. Брадобрей, не бреющий сам себя, затупилась сталь у твоей опаски, надрезает кожу, скрываешь маску, обнажая трепетное дитя. Миллионы лиц, миллионы душ, не терять лицо, изменив свой имидж, мир погряз во лжи и нелепом гриме, прикрывая истины наготу. В пене дней, как в зеркале, тусклом сон, по мазкам забот распластав по будням, из рождения в смерть одинокий путник под сансар падает колесом. Брадобрей, неспосланный бич богов, ты не сталь косы у старухи в черном, но своим клинком ты посеешь зерна в голову блуждающей без голов. Спасибо! По сокращенной программе. Все. Решили.